А вот и кабан. Огромная. Ну такой правильно, такой нападет, может убить спокойно. О, какой кабан, кабанище. Вот это кабан. Это мальчик, он живет отдельно, там девочка и малыш. И он малыш. Девочка. Они не живут все вместе, поэтому... Да, и малыш, и вон там еще один малыш. Он же уже не совсем маленький, но маленький. Там тоже маленький. Да. Это видимо их малыш. А это папа. Папа свин. Папа свин. А что ты ешь? Кору дерева? Ты видишь что-нибудь? Он маленький. Мы ходим сверху, а внизу находятся животные. Сейчас пойдем посмотрим медведи. Вот здесь авария. Мы пропустили группу шумных французов. Очень шумных. Они нарушают всю эту тишину, нарушают всю эту идиллию. Орут как сумасшедшие. А мы ходим тихо, чтобы все услышать, все посмотреть. Пошли белых медведей. Иди посмотри. Вот они здесь вот живут. Вон они. Купается. Вот такие белые медведи. Так они себя ведут. Да. Руки аккуратно. Папа нас греет. Ему же холодно. Он работает. Когда работаешь и двигаешься в холоде, то не холодно. Грейся. Грейся. Достай бутерброды. О, березовую полежку принес. Сейчас будет тепло. И пахнет пирожными. Угу. И пахнет, да. А смотри на меня, как ты замерзла. А? Амалия замерзшая, Амалия. Иди вот так руки погрей, иди сюда. Встань возле папы. Здесь тепло, иди сюда. Сейчас согреешься, иди ко мне. Давай. О!
На самом деле Амалия в первый раз замерзла. Давай. Во. Тяжелая сосиска. Ты держи его вот здесь вот. Может даже. Вот здесь вот держи. Вот здесь. Вот так вот. Вот здесь. Вот здесь можешь держать. Вот здесь холодная она. Да, вот здесь холодная. А холодный, холодный можешь держать. О, жаль сосиску. Мы замерзшие. Мася отогревается, кушает сосиски. Да, мы уже шапки поснимали. А Маля уже разделась. Маля уже тепло. Согрелась? Еще не согрелась. Еще там холодно. Хорошо. Вон такой домик. Палки для того, чтобы жарить сосиски. Можно посидеть, погреться. Все приготовлено. Можем взять один кофе, один шоколад. Еще 8 евро. Ну, возьмем. И еще посидеть дальше. Да, так и сделаем. Такой ресторан. Какой ресторан? Не, он правда же. Посмотрим, что за ресторан. Ледяной ресторан. Что там внутри? Лед. Зайдем, посмотрим, что там есть. Вау. Стойки. Стойкий бар. Можно попить кофе. Можно посидеть. Какая синяя. В ледяном баре. До свидания, теплый костер, до свидания. Согревающий уголок. А мы идем смотреть волков. Все, Амалия отдохнула, согрелась, покушала. Ничего не согрелась, не покушала. Ноги. Ничего, ноги мы домой придем, погреемся. Но пока ты довольная, малышка бегает, то все кричала, ей холодно, ничего не хотела, сейчас тепло. Сейчас мы идем смотреть стаю волков. Нет, монстров волков. Угу. Хорошо, монстров волков. Наконец-то мы дошли до волков. Это двое. Это он, а это другое. Это не тот, это один. Кто это? Койоты. Койоты? Да. Это здесь не должно. Койоты, они в пустыне волки, живут. Они здесь. Вот, смотри, это не волк. Вот, может, лисицы? Может, лисы это? Может, лисы? Может, лисы? Они не стаями, просто бегают несколько штук. Может, лисы? Да. Вон они рыжие. Вон бегают. Может, и лисы? Вон, да, такие рыжие. Вау, какие красивые. Вон они какая-то. Такое вольерище. Манька, иди сюда. Все пропускаешь, Амалия? А вот я не знала, чтоб они стаи сбивали. Красиво смотрит. Я не посмотри, какой. Не знаю, на какое животное, какое интересное. А вон там, с другой стороны, какой же. Ну, кого там видишь, Амаль? Как оленя? Оленя? Северные оленя. Ну, как тебе оленя?
Мне больше интересно, как вы теперь слазить будете. Слазить очень просто. На попе? Мася, давай руку. Мася, руку давай. Ну что, видно оленей хоть? А теперь, Машка, а теперь вот так вот, смотри. Угу. Давай, давай. Ложись. Ложись. Пошли. Что ты хулиган? Лосей бужу. Они не спят, они отдыхают. Они покушали. Давайте. Амалия ловит снег. Мася, еще. Еще снега. Давай, снегопад. Что такое? Фу? Посмотри. Нельзя деревья трясти, я не замерзну. Это зубры. Мы видели оленей, видели лосей, а это зубры. Вон он, зубр большой такой. Он еще один идет. Пошли дальше. Пошли. Тут уже холодеет. Всем привет! Мы сегодня закончили день. Было очень интересно. Были в зоопарке сегодня и видели арктических животных, белых медведей. День прошел весело. Все, всем привет! Увидимся завтра.